То есть так, тут... и что у вас там? Ну как тут? Тут так, надо... ты просто распорол, что ли? Да, тут надо лечить все. Так, положи хорошо. На стол ногу. Ногу на стол, можно положить. О, блядь, еще. Тут перекись водорода есть. Так, слушай. А? Нет, тут пир там, перекись водорода не пойдет. Нет. Придет здесь... пир туда нет. И туда. Там нет ничего. Да нет, она там просто порезана. А где ты напоролся на такую фигню? Да он, блин, тут уж кругом, ну-ка так. Ну, посмотрите. Вот это вот первое, это самое, наша первая, это самое. Да. Так. Первая кровь. За нее надо выпить. И ее залить. Я сейчас аптечку принесу. Понял. Это я вышел после этого? Брали панель. С грехом пополам все-таки подогнали верхний и нижний уголок. И теперь надо будет закрепить на этой стойке. Так, там. Так, ну вес примерно, я не знаю сколько, ну, килограмм 10, наверное, да? Всей конструкции. Так, посмотри, сколько. 3000 килограмм. Так, по батарее. Здесь у них вес-то не пишется. 8 килограмм. А, 8 килограмм одна панель. То есть 2, 16 получается. Ну, там уголки еще, допустим, там грамм 200, да, добавится алюминий. Ну, 16 килограмм получается, 2 панели. Вот нужно сделать такую конструкцию, чтобы она выдерживала 16 килограмм. И причем еще учитывая то, что будет какой-то ветер дуть. Вот, поэтому здесь должна быть распорка, которая будет упираться сюда и крепиться здесь, да? Вот, здесь уже так, телескопическая тяга, так называемая. Поэтому мы, как сказать, по высоте мы не делали. Да, ну примерно 45 градусов, да? Может быть, даже чуть там предела. Так, и вот примерно издалека получается что? Сдалека у нас получается, что у нас примерно где-то, ну, в пределах 45 градусов и есть. Вот угол. Вот. Сейчас будет установлен здесь солнечный трекер сверху. Я даже могу сделать угол поменьше, потому что все-таки солнце, ну, в принципе, днем мы посмотрим. Я думаю, где-то, наверное, угол. Ну, здесь это... регулируется. Ну, то есть под каждую это самое, то есть барашком мы можем установить. Думаю, работа. Посмотрим, что у нас с нашей станцией. А наша станция находится сейчас, она вот сейчас находится уже в тени, вот, она затененная, вот, видите, сейчас солнце, а камыши, ну, придется эти камыши вырубать, вот, и основная станция у нас, показатели, посмотрим, что они показывают, а показывают они у нас что, так, 12,7 вольт, так, 0,18 ампер, 0,23 ватта, вот, то понятно, что и температура 27 градусов, вот. У нас идет сейчас охлаждение. Комиссаров возвращается. Да, кстати, случае, вернулся, все, слава тебе, Ясь, наконец-то. Слушай, как вот это, как бальзам на душу, да? 20 сколько, 20 лет этого не было. Это же охренеть, да, вот сколько упустили момента. Молодцы. Конечно, главное политическое управление, потому что надо же вот держать в узде. Лучше бы сказал, да в прошлой заварухе без вести пропал. Может быть, убили, предали земле. Силен он был на митинге. Да не силен в седле, а ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Дереви, баба темная, эй, много нас убуденного, с нашей первою конною мы пройдем до конца. Не реви, баба темная, эй, много нас убуденного, с нашей первою конною мы пройдем до конца. Сапогами в стремя, шашки наголо. Эх, лихое время, а ты ж мне все равно. Да прекратишь истерику, ведь
ведь я же еще живой. Вот Конкин, а не Сериков, и тогда домой. Эх, прости меня, дорогая Аксинья. Но твоя вот он в оранжевой кепке с фонариком. Не реви, баба темная, ой-ой! Много нас убуденного. С нашей первою конною мы пройдем до конца. Не реви, баба темная, много нас убуденного. Первой конной дивизией с нашей первой конной мы пройдем до конца. Пройдем. Вот сейчас мы тут ее попробуем. Оба. Вот. Давай, 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 давай. Помогай, помогай, помогай себе. Хвостом. Давай, давай, давай. Помогай себе хвостом. Вот теперь вступает в действие наш инструмент. Все, есть контакт. Вот она, красавица. Так, здесь у нас сюда втыкается. Вот и все. Аккуратненько. Вот она. Уже более-менее нормально. Это уже хешный размер. Так, ну что, куда ее нам? В холодильник сразу? Пойду в лагерь, покажу. Отнесу заодно. Так. Как-то выйти. Надеюсь, змей тут нет. А может быть и есть. О, блин. Надо тут проходы сделать. Тут как-то прям некомфортно. Ну мы запишем, это же все-таки на видео, надо же все-таки как-то это запротоколировать. Ну иди отпусти вот теперь, пойдем. Пойдем, покажешь, как ты ее отпустишь. Не пинком, конечно, а вот так, красиво. Сделайте это красиво. Чтобы она разогнала всю Ксюкину мелочь. Давай, показывай, как ты ее будешь отпускать. Оп, оп, оп. У Ксюки крупнее, чем у тебя, конечно. Ну это же еще сахарный щереночек. Давай, воду вот так, раз. Ну взял, кинул. Надо же было ее реанимировать, за хвост туда-сюда. Потом ее так раз, и так плавно, плавно. Да. Это, конечно, смешно. Так вот у нас рыбалка и происходит. По щучке поймали, пришли в лагерь, посидели, чаю попили, пошли дальше. Рыбалка, она вот лагерь, а вон она вода. Опа.
теперь помогай. Теперь давай помогай сама себе. За траву, за это вот. Я решил закончить, потому что понял, что я сейчас еще пару штук. Я их просто уже... Их же чистить надо. Нет, это не на коптеж. Это на хе и на йоккало-шмоккало. Ой, блин, а там еще сколько сошло. Я уже... Это без счета. Ну, блин, вес такой прям... Я думаю, здесь... Ну, они ровненькие. Блин, аж эта рука вот устала, пока что дошел отсюда. Ну, вот как-то так. Хорошо. Молодец. Давай. Переходи на хищника. Переходи на Т. Сейчас съезжу за удилище. А, съедешь? Вот так. Это... Вообще, это... Как это называется? Вирусное видео, чтобы заболеть. Так, ну этих я, наверное, убивать-то не буду. Или что? А как Влад скажет? Убивать, не убивать? Олег, где? Поймал что, нет? Ну, одна в холодильнике. Вот такая же, ну вот, которую я первую притащил. А эти три, блядь, килограмма три, что ли, у меня рука прям уже устала. Тяжелые, блин. А, ну, естественно, самые здоровые сошли. Естественно, да. Ну, поменьше, но прямо такие выходы были, такие сходы, прям супер. Достань вот так вот за этот самый. Достань конец. Приподними. И встряхни его. Потом не забудь встряхнуть. О, о, вон они. Мужики есть. Конечно. Ну, видишь как? Вот буквально здесь все. И не надо никуда ехать, да? Конечно. Ну, где-то за час. И то я как? Я поймаю, приду за стол, тут посидим, поразговариваем. Пойду опять поймаю. Пока ноль. Не, ну маленьких отпускает он. Он пока по мальку, так, спец. Пока по малька отпускаем однозначно. Вот таких вот. Ну, вот таких вот и побольше, да. Ну, маленькие подрастут. Ну, и раков вы тоже молодцы. И там сейчас там, к тому садку добавить, да, и будет вообще супер. Нина! Так, вот Валера приехал. Насчет лошади разговор сейчас был. Сегодня в 7 часов. Идете на ту сторону с Олегом. На лодке подплываете на ту сторону, там переходите, да? Лошадь там будет ждать, у домиков. И там у вас будет выгон, выпас. Выгул. Да, выскок. Как это называется еще? Скачки. Да, скачки будут. Нет, Валера презентацию сказал, что там такой мерин, что он это самое, да? Его не разгонишь. Да ничего, Валер, нормально. Мастер, сегодня 6 щук. Да? Да. Я же говорю. Без лодки, без ничего. Слушай, с берега. Эти самые... Офигенная вещь. Я в ней по камышам лазю. Все у меня под рукой. И я их скручиваю прямо там, на воде, прямо на глубине. А Олежка в это время лежал пьяненький. Ну, где он? Там? Ну, там он? Ноги там торчат, нет? К каждому полудню Олег в говно. И каждому полудню Олег в говно. Но каждое утро он огурцом. А вечером он опять в говно. Но каждое утро он огурцом. Вот так вот и живем. Раков достали? Чего так вздыхаешь? А ты говоришь, холодильник положить. Ты сейчас мы его приходим, блин. Да. Это сыр какой? Чё,
самодельный вроде. Да нет, он просто растаял. И форму принял так, как было ему удобно. Это вкусный, это хороший. Ну да, это какой-то вот, тот копченый вот этот вот. У нас здесь делает одна женщина сыр, творог, сметану делает вот в житном и недорого. Слушай, я это что записываю? Полкило. Олег, как я туда попадал? Берег. Ну-ка. Подожди, это улов вчерашний, да? Нет, сегодняшний, немного вчерашний. Ну вот, ну за два захода, да? Ну нормально. Сколько, килограмм 10 есть уже? Есть, да. Потрогай. Ну, где-то да, 8-10 килограмм где-то примерно. Нормально. У нас по 300 рублей продают, 3000. Ну это дешево, 300 рублей. Да? Конечно. А в городе у нас, 600? У нас в Саратове уже, я сейчас не знаю сколько, наверное, по 800, наверное. А в Москве, городе, про Москву я вообще молчу. В городе у нас 600, в Астрахани. Ага. Вот, значит, у нас тоже 600. Местные ребята продают по 300. Ну это перекупом дают, да, наверное? А те, кто уже на трассе стоит, продают? За ваше здоровье. Давайте. За вашу рыбалку. За давайте. Раку, вот за так все. Вот у нас рыбалка протекает. Олежки, супер. Подожди. Ну, он куда? Готовится, ему сейчас на коня скакать. Ну, ладно, ну как же, по-трезвому. Я пока не заработал. Он... Да. Какой казах подожди. Не пьян? Да. Я пока не заработал. Он себя линчует. Олежки, и ну, сегодня что? Он под голову, Андрюха, положит ночью кирпич. Потому что он, ну... Налей вам рюмку. Пока не заработал. Вот украшение стола Нина промелькнуло. А вот стройными ножками пресса, в камуфляже. Пресса. Нина, я вам там Нина. Мороженое привез. Спасибо. Себе 20. Рюмочку. Нет, не надо, спасибо. Гера, ты вчера же Олега погубил, но и сам умер. Это он меня погубил. Но... Я тех погубил. Да. Так это... Вот последние, я тебе говорю, поменьше. Последние полтора литра были лишние. Послушай, кто их наливал? А вон я вижу. Да. Бери, который на тебя смотрит. А кто просил? Я не просил. Ага. У тебя такие зовущие глаза были? Голову отламывай. Налив, а, подожди. Глаза это глаза. Зовущие. Требующие. Вот, лежи. Вот секрет. Он принес. Где брали арбуз? Кузу убил вчера. Все состояние. Ребят, мое хорошее. Забыл вас насчет арбуза предупредить. Так, что? Говори. В нашем магазине Серговском продается. Налейте с той, ему. С той ну, стороны что, бикетовской. Что он сидит, хороший корм, сладкий а? Арбуз. Вот бикетовский. Бикетовский? Да. Точно вам что сказали? Ты говоришь? Да. Ну-ка. Это вот женщина продает. Передай. Кто? Алло? Да? Ну, все. Да. Не, я тебе заработаю. Ну, есть, ты не заработаешь. Если это бикетовский, он будет сладкий, очень сладкий. Бикетовские арбузы, она сказала. А я взял говняные. Ну вот это уже хорошее счастье. С этой уже можно идти в лагерь. Ну-ка, красавица. Ну-ка, давайте-ка. Откройте свое личико. Крутится так. Это сегодня самое крутое. Это как стандарт. Надо запечатлеть подход к лагерю, потому что вот эти возгласы и восклики – это же самая главная награда для рыбака. Что они там делают?
Что-то там делают они. Влад все еще пытается запустить трекер солнечный. Но что-то там пошло не так. Вот, я предлагаю просто поворачивать вручную. На юг, на север, на восток. Вы давайте вручную, вручную. Поворачивайте, поворачивайте. Нашему полку прибыло. Вот так вот. И еще должно прибыть. Еще люди должны приехать. Быт налаживается. В электричестве проблем мы не испытываем. Тут вот какой-то мастер. Что вы криво смотрите на меня так? Вы где были? Зеленый. Только проснулся. Понял. А, ну вот. Надо же кому-то работать. Да. Вот и работаем. Вот и работаем, понимаешь? Понимаешь? Надо ее поставить на этот, на кукан. На общий. На общий кукан. Ау! Это что-то с ними личное, я не пойму. Да, у нас с ними любовь. Они меня любят. Подержи, пожалуйста. Доверяешь? Ну, вот, не, не вот за ручку, за эту. Потому что если ты вот за эту потянешь, она откроется. Вот. Сейчас я ее посажу на цепь. Потому что, ну, сами понимаете, щука, сука, это зубы. Так. Так, чуть-чуть мне пониже, пожалуйста. Угу. Сейчас я ее. Что это у нее тут? Какие-то лопухи. Ну, она стояла, чувалась. Это пока там я ее кантовал. Так, вот теперь можно отпускать. Поймал малька? Отпускай. Ну вот, нормально, да? Не надо никак. Какая лодка? На какой лодке? Куда ехать? На дальний кордон. Вот они здесь. Смотри, какие прям. Ну, я, правда, маленьких отпускаю. Оксан, переходи на Т. На хищника. Купили? А что это такое? Оранжевый кончик на конце? Это что такое? Это что за спиннинг? Это где вы? Это старый какой-то спиннинг? Да, это старый. Ну, это не на щуку спиннинг. Это по-любому. Он телескопический, что ли? Ой, конечно. Вот такая щука сломает его. Вот, если только маленький ловит. Ну это не этот самый. Это и телескопически, это знаешь, как это пижонство, баловство. Надо двухколенный спиннинг. Ну, обычный двухколенный с двух сторон. Ну как. Ну это слишком мощный. Это. Ну как тебе сказать? Ну вон спиннинги стоят у нас на палатке, чтобы ты понимала, какой. Ну вот план такой должен быть. Или вот чтобы посерединке вот колено. Но это тут тест очень здоровый. А тестом надо примерно где-то, ну. 28 грамм максимальный, что предельный должен быть там, допустим. Ну вот 18 грамм, если ты хочешь окуня ловить, нано-окуня. То там есть мощный спиннинг, есть там медиум, там лайт. Вот. А? Слушай, живодер мне. Так, ну ладно, ну для начала пойдет, конечно. Но он слишком мягкий и лапшистый. Хорошо. На вертушечку пойдет. Только на вертушку. Можно. Но там должны быть серьезные снасти. Там должна быть мультипликаторная катушка типа бочонок, не мыльница вот эта вот, которую мы сейчас используем. Мыльница используется, как правило, для легких тестов. Нужна катушка мультипликаторная, бочонок, нормальная, с первой тягой. Вот она щука, видите, как круги расходятся. Но мы сегодня выехали не для того, чтобы щуку поймать, а просто проехать, посмотреть, что тут за фигня творится, блин. Местных браконьеров погонять. Обрезать все сети. Я надеюсь, вы оцените наши поступки, которые мы делаем. Вот там что такое белое такое? А? Так, вот подъезжаем к концу. Вот, видите, сейчас сеть стоит. Вот. Это вот умные местные браконьеры перекрыли вход в речку, да? Вот здесь мы всегда рыбачим, когда приезжаем в августе месяце.
Тут щуки немерено просто всегда. Потому что здесь проход между вот этой самой. Здесь какие-то умные деятели перекрыли всю эту самую речку и решили, что это последняя ихняя, ну я не знаю, как соломинка что ли, блин. Это вопрос жизни и смерти, блин. Ну и мы решили вопрос в сторону жизни и смерти решить в сторону смерти. Мы сейчас ее снимем. Я бы хотел, чтобы меня кто-то услышал. Если меня кто-то услышит, пусть подойдет. Вот, мы подплываем туда и выдергиваем ее оттуда. Вот. Жалко, что у нас нету... Выдернул, да? Так, наматывай. Круговыми движениями наматывай, наматывай, наматывай. Крути. И потихонечку мы сетку снимаем. Вот так вот. Ну, как-то вот так вот и рыбалка обеспечивается. Вот. И вот, сняв сети, мы сюда можем прийти только где-то примерно через неделю. Ну, у нас же у каждого это время-то ограничено. Мы сюда приезжаем, ребята, мы тут не живем ни хрена. Крути, крути, крути. Вот. Поэтому, вот в таких местах, я считаю, что это лишнее. Вон сетка справа. Крути палку на воду, кинь и крути ее вокруг. Сейчас мы аккуратно смотаем, отвезем по тот берег. Если на следующий раз, ну, мы же тоже люди, мы же понимаем, что каким-то там, может быть, кому-то это вопрос жизни и смерти. Если вдруг люди не поймут, на следующий раз мы приедем с ножом и все порежем нахрен. Вот. А если, ну, я сомневаюсь, что кто-то видео увидит, кто тут ставил это самое в Ютубе. Крути, крути, накручивай, накручивай. А, рыбу отпускай. 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 Вот, видите, рыба какая. Мы рыбу не воруем однозначно. Вот. Аккуратненько карасика отпускай, все. Вот. О, еще один, да? Прям парочка. Красавца. Вот так вот. Нам нужна рыба только честно пойманная. И то мы мелкую отпускаем. И только берем столько, сколько нам надо. Но вот это вот, сеть, это нечестно. Это нечестно. Вот, давай. Молодец. Опа, красавца. Красавец. Ты накрути вот этот вот кол. Как можно больше неудобств создать, если будет... Вот он, это истинный ценитель природы. Рви сетку, рви, разрывай. Прям пальцами разрывай все, что... Не жалей сетку, жалей рыбу. Отпускай ее, карасика. Красавец. Красава! Вот. Вот. Олег, молодец! Вот. Давай, снимай. Вот. Снимай, снимай. Я еще видео могу сделать потом. Этот самый. Фото, фото. Если хочешь, отдельное фото. Тихонечко, незаметно. Протянем туда ближе максимально к берегу. Насколько может наша. Вот, видите, что? Ну вот как-то так. Вот это вот намек. Ребята, если вы еще поставите сеть, ну, мы ее порежем нахуй. Если вы будете. Ой. Мы вам. Как-то так. При выходе из. Увидели еще одну бутылку. Подлыбаясь, смотрим, что это такое. Если сетка, то снимаем. Рыбу чужую не берем. Сетка, да? Так, вон, вон кол. Выдергивай кол.
накручивай. Сразу накручивай. Убираем. Всю рыбу мы отпускаем. Рыба пойманная сеть, это не спортивная рыба. Она требует своего отпускания. Учитывая то, что мы здесь гости, поэтому мы сразу сети не режем, а мы оставляем их под противоположным берегом. Если хозяин не поймет и поставит по новой, ну тогда уж извините, мы тогда их уничтожаем полностью. Потому что здесь в сетке мы посмотрели, никакого, это самое, там не, там бутылки же нет, никакого объявления, что это какой-то ИП или кто-то еще, что он там что-то пытается законно ловить сумму сетей. Вот карасик, а вот судачок. Вот судачок. Дайте я судачка отпущу. Ну, позвольте мне судачка отпустить. Я люблю судачков. Вот, ребят, я судаков люблю, но судак хороший причем. Удивительно, что судаки здесь живут такие огромные, да? Вот, посмотрите, килограмма, наверное, 1,5-2. До сих пор живут. Да. И причем судаки вот здесь, в этом закрытом помещении, ну, в этой, вот тут, ну, судака ничего нету. Давай, 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 давай. Помогай, помогай, красавец. Вот он. Вот посмотри, какой судак. Вот красавец, да? Ах, красава, блин. Иди, плыви, дорогой. Вот он, пошел, 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 пошел. Все. Эх, красава. Там карасик. Все, что поймано не наши снасти, это не наш, не наш улов. Ну-ка. Опа! Вот он, карасик, пошел. А. Борьба с браконьерством. Будет фильм отдельный. Ох, красавец! Ах, красавец! Карасик! Карасик! Ах ты какой красава! Давай! Как это, Борисыч, это для тебя, на прикинце, смотри, что творится, блин. Вот, 4 карася в самом конце сетки, блин. Но мы их не берем. Да, мы их не берем. Это не наша рыба, не наш улов. Жалко, что, блин, не хватает мощности. Первый пошел. Thank you.
у нас видео. У нас видео есть. Мы все снимаем в онлайн. А? Что не считается? Это для кого как? Это зависимость от того, какая защита, как ты будешь себя в суде защищать. Как не считается? Если ты записал и ты то, что ты выпутал и выкинул, а эту сетку выкинул до конца, вот мотал и выбросил под берег. Не, не кидай, а сейчас я подтянусь, просовываю туда на берег ложи. Подальше, подальше. Ну вот, как-то так начинается наш отпуск в Астрахани. Подготовка к месту рыбалки, предстоящей ловли, да? Очищение от браконьерских сетей. Местных браконьерщиков. Да? Все, я еще покажу. Ребят, ну я считаю, что вот наш серп и молот, мы все-таки люди старой формации, и мы любим рыбалку чисто, ну, из всяких там этих вспомогательных этих самых эффектов и всех прочих дел. Увидели, если не по-нашему, решили, уничтожили, сняли, уничтожили. Поэтому вот так вот. То есть мы не всегда сети оставляем, но когда можем, мы их снимаем. Ну что, две сети браконьерские сняли. А, выдрали и выкинули. Да. Ты знаешь, сколько отпустили рыбы? Немерено, блин. А что за рыба была? Судаки. Караси. Судаки. Два судака вот таких вот отпустили. Ой. Живых прям. Живых? Ну, по-нашему. Ну, это же не наша рыба, не наш лов. Отпустили, короче. На видео все заснято, короче. Да.